Подмосковные спасатели ежедневно выявляют участки с тонким льдом на водоемах региона. В среднем его толщина составляет от 25 до 35 сантиметров. Однако на реках и озерах все еще остаются участки, где можно провалиться. Опасных водоемов на территории области сейчас 9. Сведения о них есть в единых дежурных диспетчерских службах всех городских округов. Спасатели рекомендуют любителям зимней рыбалки уточнять эту важную информацию и заботиться о собственной безопасности.